Сегодня в студии гость Алибек Альмадиев, участник проекта «Жолдоздар Фабрикаса». Добрый день, Алибек. Здравствуйте. Как добрались до нас? Отлично, спасибо за приглашение. Очень приятно сегодня здесь присутствовать. Превосходно. Ответьте на вопросы сегодня. Поздравьте, пожалуйста, наших радиослушателей с их знаменательными датами. Дорогие друзья, открою секрет. У нас в студии не один участник проекта «Жолдоздар Фабрикаса», а целых два. Алишер сегодня также к нам пришел в студию. Ну, извините, если я обескуражу, а как бы вы, какое прозвище поставили бы Алишеру? Алишеру? Да. Ну, даже не знаю. Пушистик или зайка. Это вопрос девушкам, которые смотрят наши программы. Я думаю, уже прозвищ очень много у всех из нас. Было бы интересно послушать, конечно. Превосходно. А как парень, ну, друг другу? Ну, какие качества есть у него, вот, о которых можно было бы сказать? Он настоящий мужчина. Дорогие друзья, продолжаем поздравительную программу «От чистого сердца». Напоминаю, что сегодня в гостях Алибек Альмадиев, участник проекта «Жолдоздар Фабрикаса». Ну, не только он, также и Гимбердиев Алишер вместе до кучи пришел в нашу студию, дабы передать вам всем большой привет. Сейчас у него появится такая уникальная возможность, если Саша включит нам третий микрофон, о котором мы говорили. Можно вас попросить, Алишер, немножко ближе? Как настроение, как дела? Всем привет, у меня все отлично. Я очень рад присутствовать здесь с вами. Превосходно. Знаете, коль скоро вы друзья с Алибеком, и по разным агентурным данным до нас дошло, что вы вместе записали песню, вы на подпевке, на бэк-вокале, а Алибек, значит, соло. Ну вот прямо сейчас эксклюзив, я думаю, в эфире Радио НС. Было бы неплохо, да. Я знаю, ангел мой, в небесах, забери меня с собою. Ты мои два крыла прости и отпусти. Я думаю, в следующий раз, когда, Алибек, вы придете к нам в студию, вы будете волноваться меньше и все-таки покажете всю силу вашего голоса. А вам часто приходят письма с признаниями в любви? Любовные письма приходят. Бывает. Не сказать, что часто. Но это здорово, когда люди признаются в любви. Я считаю, что классно, когда вы, так не сдерживаясь, пишете, тем более на радио, на всю страну. Это классно. А вот те письма, которые приходят вам, они как, коротенькие записочки или все-таки такие, ну, романы, что ли? Это происходит в день Святого Валентина и только. Хочу передать огромный привет Алибеку и Алишеру. Парни, так, держать вперед за победой. Арманду Гарсия де ла Вега написал вот такое сообщение. Я думаю, вы знаете, кто это написал. Спасибо тебе большое за то, что нашел время, пришел в нашу программу, ответил на вопросы и просто подарил свою радость, позитив и пожелал всем нам успеха. Я, Тимур Сержанов, на этом с вами прощаюсь. Дорогие казахстанцы, до встречи завтра. Всего самого наилучшего.